X-US-185. Компактный и бюджетный цифровой фотоаппарат. В комплекте с устройством идет ремешок для запястья, аккумулятор, зарядное устройство со шнуром питания, а также необходимая документация. Перед нами тонкий и компактный фотоаппарат от компании Canon. Весит устройство всего 140 грамм и легко помещается в кармане штанов. С обратной стороны устройства располагается ЖК-экран диагональю 2,7 дюйма. Справа от него располагаются кнопки навигации и управления. Сверху находится кнопка спуска затвора с рычагом зумирования и кнопка выключения. Также на правую грань вынесен крючок для крепления ремешка, а если поднять заглушку, то за ней обнаружится разъем мини-USB для подключения фотокамеры к компьютерам и телевизорам. На нижней грани расположено отверстие для штатива и крышка, за которой скрывается гнездо для карты памяти формата SD и аккумулятора. Аппарат построен на базе топовой 20-мегапиксельной матрицы с электронной стабилизацией. Поддерживает оптический 8-кратный зум и запись видео в HD разрешении с частотой до 25 кадров в секунду. Ролики снимаются в формате MOV. Есть поддержка прогрессивного кодека H264. Встроенный объектив обладает фокусным расстоянием от 28 до 224 мм. А значение диафрагмы настраивается в диапазоне от 3,2 до 6,9. Диапазон светочувствительности составляет от 100 до 1600 единиц. Обратите внимание, что аппарат любительский, поэтому не стоит ожидать от него такого же качества съемки, как от профессиональных зеркалок. Автономной работы от литий-ионного аккумулятора хватает примерно на 210 фотографий в обычном режиме и 285 в энергосберегающем.